Дорогие сочинцы и гости курорта, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Пусть эти праздники принесут вашим семьям радость. В Новый год принято делиться воспоминаниями о прошедшем и планами на будущее. 2017 в Сочи был насыщен множеством событий. Мы приняли Всемирные военные игры, матчи Кубка Конфедерации, Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Мы широко отметили 80-летие Краснодарского края. Наш город еще раз подтвердил, что способен на самом высоком уровне проводить крупные международные мероприятия. Продолжала развиваться и городская инфраструктура. В уходящем году мы открыли новые объекты образования в Беранде и Черешне, детскую поликлинику в Адлере, врачебный офис в селе Прогресс, дом культуры на КСМ, новые парки на Макаренко и Бытхе. Скверы на Фабрициуса и у Зимнего театра. Мы отремонтировали 96 городских дорог. Построили 86 площадок для воркаута. И эта работа продолжается. Сразу после праздников мы откроем новый детский сад в Лао и новый корпус к школе номер 100 в Веселом. Затем на очереди детский бассейн на улице Поярка в Центральном районе. Новый перинатальный центр. Школа в поселке Совет Кваджи. И многое другое. Мы и дальше будем делать все, чтобы наш город становился лучше, красивее, комфортнее, как для жителей, так и для гостей. Сегодня я хочу поблагодарить сочинцев за трудолюбие, доброжелательность и оптимизм. Желаю вам здоровья, счастья, мира и достатка. Пусть жизнь оградит вас от невзгод и лишений. Пусть мечты сбудутся. С праздником вас, дорогие друзья!